Здравствуйте, дорогие друзья! Мне попалась вот такая вот старинная литография, очень большой необычный размер. И когда я ее разбирал, старую рамку, вот видите, я вам покажу вот эту старую рамку, на обратной стороне я обнаружил подпись и печать. То есть рамку я буду реставрировать, смотреть и красить, да? А вот обратной стороне внутри, да, была подпись. И смотрите, какая характерная подпись. Именно это конец 19-го, начало 20 века. И тут какой-то инвентарный номер написано, еще какая-то роспись. И что интересно, что ценное, здесь еще есть печать, да, смотрите вот. О, как телефон хорошо все взял. Смотрите, и с печатью. То есть я, естественно, вот этот вот, этот старинный картон уже клеить не буду назад. Но что я сделаю? Я обязательно вот этот вот кусочек обязательно вырежу и положу его в пластик, чтобы потом, если кто-то у меня заберет эту литографию, получит даже какую-то историю, да, как это все выглядело. Вот такие курьезные случаи иногда у меня попадаются. Так, друзья, всем всего хорошего. Желаю всем удачи и успехов.